Друзья, всем привет! Сегодня покажу замечательный рецепт. Во-первых, снижает вес. Во-вторых, у вас не будут болеть вообще никогда суставы. Вообще выводит лишние соли, щавелевую кислоту и очень хорошо очищает. Делается очень просто. Польза на самом деле фантастическая. Давайте приготовим. Готовится просто. И для этого нам понадобится. Давайте я вам уберу и поближе покажу. Первым делом нам понадобится рис. Можно использовать любой рис, однако есть такой индийский морской рис. Он подойдет лучше всего. Я, кстати, его тоже не нашла. Так, кроме этого понадобится литр обычной прокипяченой воды. Изюм, я беру такой светлый, без косточек. И сахар. Все, варить в этом рецепте ничего не нужно. В посуду я беру 4 столовые ложки риса. Этот рис нужно тщательно промыть в воде. Рис я промыла. Беру столовую ложку изюма и также тщательно промываю. К промытому рису добавляю промытый изюм, 1 столовая ложка. К этой смеси добавляю 3 столовые ложки обычного сахарного песка. Смесь перемешиваю. Теперь понадобится литровая банка, и всю смесь перемещаем туда. Заливаем литром воды. Закрываем крышкой и ставим настояться 4 дня. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. После того, как пройдет 4 дня, нужно слить жидкость и хранить ее в холодильнике. Ну, то есть нужно еще и процедить. Остаток, который остается, можно использовать как закваску, в которую нужно каждый раз добавлять 2 столовые ложки риса, 2 столовые ложки сахара и 1/2 столовой ложки изюма. Эта многоразовая закваска дает, что уже на второй и третий разы квас обретает гораздо более такой насыщенный вкус. И для того, чтобы похудеть, избавиться от боли в суставах, необходимо пройти курс лечения этим квасом в 5 недель. И нужно принимать 0,5 стакана кваса 3 раза в день после еды. Друзья, перед применением любого препарата, какого-то метода лечения, средства, нужно обязательно консультироваться с лечащим врачом. Так же, как я сказала уже, он избавляет от лишних солей, щавелевой кислоты. Ну, то есть вы не только очищаетесь, худеете, и у вас никогда не будут болеть суставы. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого способа. Будет очень интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Всем пока-пока.